Всем привет! Вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет! А сегодня посмотрим видео на канале Чёткий Паца, Филипп Киркоров и Николай Басков. Извини за вертуху. Давайте посмотрим. Ви на своєму чіткому паці одні пародії знімаєте. Не одного скетча. Все, я ухожу. Ти не уходь від нас, подписчик. Тут ходять інтересні слухи. Не, ну так-то прикольно. Ти загляни до нас, подписчик. Ну і костюмчики їхні прикольні, от эти. Є класні скетчі на. Ну-ка, може погромче? Общі маребзя не тупі. О, нормально, я думаю. Все-таки погромче, я думаю, поставить, что-то тихо вообще. Персонажи на вертухе, их дивиться можно сутки. Уля, батя и жируха, и якісь еще там люди. Не пропускай круту движуху. Подпишися на вертуху. Да, у нас нема Филиппа Киркорова, но должно же быть хоть одно место на ютубе, да нема Филиппа Киркорова. Должно, но такого нема. Такого нема. Не уходи, постой. Я не касался писика зла. Я не касался писика зла. Блин, походу в селе не жив. А ты что, трогал? Я думал, что коза. Идиот. Не пропускай круту движуху. И подпишися на вертуху. А вертуха это что такое? Матеря понял, что такое вертуха. Это рекламка. А я не знал. Да, жесть. То есть, представляете, они даже могут в пародии вставлять рекламку. Да, это жесть. Просто жесть. В принципе, клип прикольный. Рекламка такая беспалевная, тоже прикольная. Такая рекламка как бы нормальная, я считаю, в принципе. А что думаете вы? Напишите ниже комментариях под видео, что вы думаете, понравился вам клип или нет. Мне клип, в принципе, понравился. И такая рекламка беспалевная. Да. Что за канал Вертуха? Может посмотреть? Ладно, не буду смотреть. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.